процентной ставки. В результате при покупке двухкомнатной квартиры платежи по ипотеке для так называемой молодой семьи составят порядка 16 тысяч рублей, что меньше затрат на аренду такого же жилья. Однако насколько жилье сегодня можно назвать доступным? В Европе, например, оно считается таковым, если расходы на него, в том числе коммунальные, не превышают 40% дохода семьи. В России, в Югре, в том числе, квадратные метры, приобретенные по ипотеке, можно назвать золотыми из-за высокой процентной ставки по банковским кредитам. Что такое ипотека, финансовая кабала или реальная возможность решить квартирный вопрос? Мнение граждан. На самом деле оправдан, потому что у многих молодых семей нет вообще возможности купить жилье. И я слышал, что есть там при рождении одного, второго ребенка государство гасит как бы ипотечный кредит. Наверное, да. Все-таки доступно. Нормально все. Да! Потому что не всем дают, поэтому.